Здравствуйте, уважаемые леди и джентльмены. Мы начинаем урок сексуальных отношений. Печать целомудрия. Для иллюстрации нам понадобится. А ты знаешь, что нам понадобится? Йогурт, ложка и один из вас. Желательно мальчик. Попробуй его. Теперь кто-нибудь хочет купить этот йогурт? Не опасен ли он? Кто тут единственный мужчина, которому может полностью доверять девушка? Моя мама йогурт? Марья Ивановна йогурт? Что, Ленка тоже йогурт? И так что получается, все женщины йогурт? Этого не может быть. А ты хочешь быть йогуртом?